6 июня, Черноземье. Вот так мы два отводка сделали, поставили их вплотную. И один магазин через ганимановскую решетку. Сейчас идет акация. Вот смотрите, вот из разных семей пчелы работают на один магазин. Вот тут уже, если вы видите, понемножку принесли. Посерединке пустовато, а по краям немножко несут. Поэтому было два отводка, которые сами не могли работать на один магазин, потому что очень слабые. Где-то у них в среднем по 4 рамки сейчас стоит. Вот, проверили, матки на месте. То есть вот так они могут работать на общий магазин.